Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Давайте сегодня вместе приготовим вот такой рулет из лаваша. К фаршу добавляем мелко нарезанный лук, томатную пасту, базилик, паприку и соль. Все это хорошо перемешиваем. Фарш готов. Убираем в сторону. Берем лаваш и разрезаем пополам. Вот так. Смазываем сметаной и сверху засыпаем сыром. Накрываем вторым слоем. Выкладываем фарш и равняем. Сворачиваем в рулет. Кладем на противень и отправляем в духовку на 40 минут. Температура 200 градусов. Достаем из духовки, сверху смазываем сметаной.
сверху засыпаем сыр. Отправляем обратно в духовку на 5 минут. Рулет готов. Сервируем и подаем к столу. Вот такой аппетитный рулет у нас получился. Желаю всем приятного аппетита и до новых встреч!